Летом в прошлом году жители поселка Куликовский выражали местным властям свое недовольство по поводу недостаточного количества остановочных павильонов в этом поселке. Однако тогда появилась информация, что федеральную трассу Москва-Харьков будут ремонтировать, причем капитально. И тогда, может, и остановки появятся. Однако новость о том, что во время ремонта этой трассы въезд на все прилегающие территории, то есть к домам жителей, будут закрыты, вызвала справедливый народный гнев среди людей, проживающих в этом поселке. Тревоги жителей Куликовского по поводу ремонта трассы небезосновательны. Подъехать к своим домам им скоро будет крайне трудно. Дорогу уже собираются перекрыть. Вот сейчас они поставят бордюры, и мы на нее выходить не сможем и выезжать не можем. Глава местной администрации, областные чиновники ситуацию обсуждали с представителями ФКУ «Упордор» Москва-Харьков. Они отвечают за будущий капремонт федеральной трассы. Вопросы именно вот улицы Совхозной и улицы Ливенской. 30 домов остаются фактически без подъездов. Ситуация осложнилась тем, что большинство примыканий к домам поселения самодельные и, по сути, нелегальные. Значит, и обустраивать съезды с них на федеральную автодорогу при проведении ремонтных работ не положено. Новые съезды, которые вы хотите, мы сделать не можем. Есть законодательство, которое не позволяет это, а именно наименование объекта «капитальный ремонт». Если это была бы реконструкция или строительство, можно было бы что-то делать, все что угодно, хоть космодром построить восточный. Но этого в рамках капитального ремонта нельзя. Мы не можем этого сделать, понимаете? Хотя по-хорошему, как бы, может быть, и понимаем вас, но вот есть такие условия. Все примыкания, которые были ранее несанкционированы и незаконны, предлагать нам нарушать закон мы бы не хотели. Возмущению активистов Общероссийского народного фронта такими ответами не было предела. К сожалению, представители Москва-Харьков автодороги, они не слышат людей, не слышат тех, кто вот здесь сегодня находится. Поэтому будем обращаться к их руководству. Проблему с въездами можно решить, построив дорогу-дублер для жителей Куликовского. И в проекте ремонта трассы он есть. Да только сами его построить специалисты УПРДОРа Москва-Харьков не могут. Права не имеют, потому что большая часть земли, по которой этот дублер должен проходить, принадлежит частникам и муниципальной власти. В районной администрации настаивают, дублер нужен. И появиться он здесь должен до того, как начнется ремонт автотрассы. Заняться этим администрация может и сама. Правда, в этом случае появится он тут не скоро. Будем либо строить дорогу Дубрёв, либо ремонтами его делать, но там первое, надо отвести воду. Там идет кабеля провода связи, это просто так ремонтом, возможно, не пройдешь. Для этого мы проектное решение заказали, а теперь закажем проектное решение и будем его исполнять. Закон на стороне дорожников, а здравый смысл на стороне местных жителей. Что из этого победит, покажет время. Сергей Прошкин, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».